Арена Александра Винокурова, город Петропавловск. Противостояние 1/4 плей-офф Жастар Лиги. Лагер на своей домашней арене принимает хоккеистов из Усть-Каменогорска. Торпеда сегодня противостоял хозяевам площадки. Да, такая плотная игра, очень высокий прессинг от обеих команд в первом периоде. Здесь Пиниди на рандеву умчался после ошибки. Столкнулись хоккеисты Торпеда, не смог переиграть он Антона Осокина. В этом эпизоде было удаление со стороны Кулагер. Вот здесь на Селезнев силовой прием запрещенный нанес. Локтем пошел, увидел это главный арбитр, и Владимир Ефремов выписал 2 минуты 67-му номеру команды Кулагер. Хороший бросок от Диаза Тютенкова. Здесь Ян Тютенков после силового приема, передача на Якубжанова. Там уже блокирует этот бросок Андрей Василенко. Вот этот эпизод нам показывает. Здесь сходит шайба с крюка у Лии Серик. И опасная ситуация могла сообразиться у ворот Никиты Осипова, но не состоялось. Это первая шайба. Она предательски проползла мимо Антона Осокина. Хороший кистевой бросок лидера команды Данила Махмадиева. Кирилл Хан не успел вытащить шайбу из ворот. После такого хорошего длительного просмотра Владимир Ефремов эту шайбу засчитал. 1-0 Кулагер повел. Ну и здесь эпизод просто шикарный, супер сейв Никиты Осипова. Два эпизода. Здесь бросок отбивает плечом. Диас Тютенков ловит шайбу, опускает ее на лед, бросает. Там справляется Осипов. И здесь тоже флейм попадания от Стремакова, добивания. Оба броска берет голкипер Кулагера. У него было немало работы. Хорошие такие мощные броски по нему. Стальмаков снова на пятаке работает. Крупногабаритный центральный нападающий второго звена команды Торпеда. Бесимбиев вылезал здесь на пятак, обострял ситуацию. Ну, в общем, Кулагер начал играть в атаку после того, как повел 1-0. И у Торпеды начали появляться шансы. Вот один из этих вариантов, когда шайба прошла мимо Павла Осипова, Анисимова, то есть, да, и Никиты Осипова. Чуть ловушка ее задел. Хороший бросок. Передача Глеба Астраханцева. И бросок Кирилла Хана. 1-1. Сравнивает счет защитник первого звена. Здесь Диас Тютенков бросал. Борьба на пятаке. Справились с ней хоккеисты Кулагера. Это борьба вольная в средней зоне. Вот первый момент, когда столкнулись Излипов и Пиниди в центре площадки. Но здесь обошлось без драки. Бесимбиев на пятак отправляет шайбу, подставление мимо Антона Сокина. Шайба пролетает. Здесь нарушал правила хоккеист Торпеда. Снова красивая игра Осипова. Сегодня голкиперы прям очень хорошо выручали свою команду в нужные моменты. Ну и вот так 1-1 счет держался. Так, силовой прием Селезнева здесь чисто. Излипов на льду оказался. Еще один силовой прием следом. Там Сергушкин. Очень много таких приемов было в этой игре. Хороший момент. Селезнев бросал после передач Бесимбиева. Справляется голкипер Торпеда. И вот здесь ошибка, конечно, 88-го номера команды Кулагер. Артемий. Мирослав Артемьев отдал передачу Диазу Тютенкову, просто выложил ему на пятак, и тот поторопился. Хороший высокий прессинг от его партнеров, и шайба от Торпеда. 2-1 повели Торпеды. И вот фантастическая шайба Данила Махамадиева, который в формате 6-4, там еще было удаление у Торпеда. И за 52 секунды до конца третьего периода забрасывают шайбу. Вот здесь еще раз Излипов Пиниди сталкиваются. Вот, кстати, вот они два момента, и потом эти товарищи-то устроят шоу на арене Александра Винокурова. Вот сейчас они это сделают. Но Пиниди Излипов сбрасывает перчатки, накидывается на Данила, и он оказывается сверху на соперники. Вот таким форматом заканчивается игра. Но булит нам не показали. Очень много там моментов было в четвертом периоде. Назначили судьи булит. Горбань Сергей не справился с управлением, снес ворота свои, когда атаковала команда Торпеда, и бросок шел по воротам
Ну и назначил главный арбитр буллит в ворота Кулагера, забросил его и реализовал Диас Тютенков. Третья шайба за ним и дубль Диас Тютенкова, дубль Данила Махамадиева. Так заканчивается встреча. Победа Торпедо в первом противостоянии первого раунда плей-офф Усть-Каменогорск забирает. До свидания, до новых встреч.